Дагестана. Мы находимся в Сердаргинской области. И вот на одной из заправок по дороге в Бухару я впервые в жизни увидел, как готовятся натуральные чипсы. Потому что здесь процесс на ваших глазах от картошки до готовых чипсов. Итоги такого процесса получается вот такая чудная палочка всего с одной большой картошки чипсов. Очень вкусно. Среднее между заводскими чипсами и классной жареной картошкой. И стоит всего $0.5. Привет с Узбекистана!